Невзирая на рейдовую бригаду администрации города, до прибытия полиции магазин продолжал торговать, как ни в чем не бывало. Для гостей города на выбор все те же чача, клюква, абрикосы и алыча на коньяке. Разве поверят они, что нет на наших винзаводах такой продукции? Изъятие фальсифицированного спиртного – единственная действенная мера для данного рода торговцев. 1500 литров – серьезный недобор товара.